Всем здорово, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Валда и Горелли, Корны Асгард. И мы продолжаем прохождение Dying Light. Всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. Смотрите, друзья, что меня за кадром научили эти ребята делать. Вот такой прием. Мы теперь все как... Забавно. Не, я не знал. Куда бежим? Давайте пособираем в тоннеле фигню всякую ночью. А, давайте. А здесь, да? Я не помню, где. Сейчас поставлю квест, давайте. Просто конкретно ночью. Тут громило. Поставил квест. Побежали на точку. Пойдем обратно. Пока дойдем, как раз будет ночь. Давайте. Ну да, час где-то остался игрового времени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошие звуки ты издаешь. Что случилось? Да упал. О, все бегуны решили зарабиться. О, что тут очень много. Вот это офигенный паркур. Вот это паркур моей мечты только что был. Все, ночь наступила. Я в сезоне. Еще не наступило так. Случайно оказался, продаюсь. Кстати, блин, хорошая идея. Давайте продадимся по-быстрому. Да, я только что тоже в сезоне был. Но уже, правда, успел туда свалить. Но я, пожалуй, вернусь ради такого дела. Глазодер всякие. Двухстволку подаю, да? Вообще-то она мощнее полицейской винтовки. Она мощнее в 50 раз, просто они только 2 патрона вмещают. Но ты же имею в виду 2 патрона всего. Так, продать. Надо подумать теперь, что продавать. Великолепный лом. Хотя, может быть, охотничий нож хороший. Я вообще не пользуюсь. Пистолетов парочка у меня. У меня же какой-то один был, или это мои 2 есть? Это мои 2 есть. Тогда один продам. Полицейская. А что ставить? Полицейскую или какая винтовка стреляет одиночными? Полицейская одиночная. Ага, ну она мощнее, все, я туда ту продаю. Или кому-то надо? Да не, да? Всех есть. Забей. Всех есть уже. У меня по 2. Одна военная, 2 полицейские, пистолет. Что там еще у меня было не очень? 195, 178, 178. Офигенные у меня вещи есть. Ну, 128, наверное, все. Я теперь коплю на мачете. На свое. А можно купить метательные эти топорики? Какой мачете эти, Асгард? Кукри. 303 урона. Ого. Не забывайте патроны покупать еще. Ах, да. Да, спасибо, что напомнил. Есть. Есть. Я купил химикаты вместо них. Нож кукри? Ты говоришь. Или мачете кукри? Мачете у него. У меня мачете панга. Есть ли кого, может, все-таки флуоресцентных грибов-то парочку мне накинуть? Нету. Жаль. Ладно, ты рассекаем. Ох, продать все ценности 5650, нормально. Так, а что можно купить? Так, улучшить ЛТ. Максимум улучшений. Максимум улучшений. Мачете танго. Так получается нельзя, да, скрафтить эти топорики? Нет, нельзя, они только с этих падают. Я могу 15 штук тебе свои собрать. Синяковый фонарь, ага. Так, поставим сюда вместо этих ракет. Наверное, вот так. Так, вот теперь сюда. Не забывайте, что ночью мы не стреляем, да? Почему? Спасибо. Потому что жопа. Я нормально. Потому что это опасно. Не особо так. Много набегает. Да в топку нафиг надо. Быстро убиваем. Забей. Ну что? Мы отыгрываем атмосферу, не забывайте. Да, пошли, я уже бегу. Да ёлопал, как отвить отсюда? Тоже не могу. Надоело. Хватит это терпеть. Так, вот этот туннель дебильный, нам в него не нужно, нам нужно наверх попасть. Думаешь, понимаю. Там вроде она говорила про пещеру какую-то. Да, на пещеру. Надо с другой стороны попробовать обойти. А вот желтая там, это самая на карте отображена, типа поиск, да, область поиска. Стороны. Может здесь снизу, кстати? Ну-ка, что это? Здесь она... не подняться даже на кошке. Нет, я это самое. О, тут сундук из себя-то я нашел. Да, водой. Я вижу тоже. Вот, наверное. Нет, может, здесь и есть вход? А вот и заплыв, скорее всего, что-то мне кажется. Откройте. Да, похоже дело. О, комплект отличный. Всплывай, мать твою, всплывай, сейчас задохнешься, дебил. Молодец. Нет, тут нету. Набор помощи, ракеты. А нет, есть, вот, все. Да, сюда плыть надо. Отлично, плывем. И чем быстрее, тем лучше. Воздух кончается. Ну, кто-то уже плавал тут, да. В пещере. Кто-то согрелся. В пещере один ночной. Ну, один не страшно, нормально. Два. Двое. Три.
Ох, тут их много, я по-моему. Умер. Тут их нифига не 2, не 3. Да. Что-то ребят там... Кидайте фейера всем, кого есть. Можете поднять? Кидаю. Пока нет, еще нереально сейчас. Подожди минутку. Я под водой, в принципе, мне не сейчас надо. Бегу. Сейчас подниму. А, ну все. Давайте. Давай быстрей. Я сейчас задохну. Охренеть. Давайте их разделывать тогда. Давай, давай, что еще остается, конечно. Может, нет, оружие туда? Я думаю, они сюда уже не прибегут. Ох ты, я сразу сдох. Побил под филиц. Ладно, может еще кто-нибудь ходить? Я тоже сдох, ребят. Секунду. Поднимаю. Поднимаю Валдая. Давай, потом Агарелли. Давай, 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 давай. Отлично. Твою мать. Сразу хилюсь. Фейера просто не забывайте, постоянно фейера нужно. Меня нету, я просто не могу. Вот и зря. Все? Ты, все да. Вроде, да. Обалдеть. Вот их было здесь. Да, опасно. А где трупы-то все? Я, конечно, все пропустил, но я уверен, что их было тут много. Я видел их по карте. Ну, штук 5 вроде. Ну, так я открыл сундук. Да. Там надо грибы искать, черные. Вот, нашел. Уже нашел гриб? А что в сундуках? Там 10. Ну, простой топорик, сигаретки, кофе и гвозди. Ищите, они на стенах растут. Чувство выживания помогает? Нет, по-моему. Чувство выживания мне показывают мешочки. О, черт, вот я в сталактит уперся. Интересная пещера. А почему тут так темно, как у негра в кармане? Так, я вижу бегуна вдалеке. Собрал. А, вот, зеленый. Здесь прыгать надо как раз. Да. Прыгать, да, нормально. Ух ты, ух. Один. А дальше? О, что? Тихо, 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 стой, 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 не падай. Видимо, пол, да. Ага, так, я тут. Теперь куда? Что-то я вообще не вижу, куда. Ну, видимо, если можно через верх было попасть, кстати, и через кошку можно выбраться отсюда. Не, через... А, вот, можно, да. А может, наоборот, вниз надо, нет? Да, скорее всего, а нет. Это мы сюда пришли. Подожди, грибы 6 из 10, надо еще найти 4 гриба, правильно? Да. Ну, логично. Как они выглядят, Асгард? На стенах черные такие. Вот я нашел один, по-моему. Вот, я тоже нашел. Не поднять, нет. Ну, Асгард взял. Или это просто травка, это просто травка какая-то, это не то. Так, перепрыгиваем. На стенах, вот. О, да, нашел, 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 9 из 10. Вот еще нашел, все. 10 из 10. А, так, я думал, гриб один. А их там множество. Да, там типа грибница. Все, спускаемся, тогда выходим отсюда. Выплывай, бывай. Ну, это было интересно, как минимум. Мне понравилось. Задание необычное, то есть. Плавать туда двое. Я пытался доплыть, смотрите. Да? Ну да. Да, да, да. Нет, вот тут еще какая-то фиолетовая фигня. Да, да, да. Слушайте, а может тут заодно и флуоресцента гриба есть парочку? Мне как раз надо бы. Может есть. Нет, здесь нет. Аконты есть или асконты? Ядовитые травы, только поблизости, а также лишайники. Ладно, возвращаемся к нейтро, да? По квесту. Ну, по квесту, метров. Да. 150. А, ну, пойдем. Побежали, да? Да. Бежали. Побежали, побежали. А, так она в сезоне сидит же, точно, я вспомнил. Ну да. Ай, чё за дерьмо. Только не в этой. Чё, аирдроп? Угу. Смотрю, где скинет. Рядом сбежим. Сбегаем для аирдропа тогда. Потом уже это самое. Где-то рядом, да? Он направо, да? Пошли. Сходим. А потом уже траквест дадим. Тут какая-то движуха. А, это... Так, сейчас согрелся, согрелся. Фух, нормально. А, вот здесь сейф-зоны кинул. Красавчик вообще, знал куда кидать. О, так они еще... А, это выкинули? Ой, ой. Я зону как-то испугался. Ух ты. Что за движуха опасная? Месси его, вали его на бок, ломай ему голову. Все, готов. Теория большого взрыва. Там новый квест дали, что ли? Послушать как обычно. Что-то как-то нереально начали очень быстро умирать. Потому что с оружием мощное, мы вчетвером одного валим, конечно. Один-один-то не жесткий все равно еще. Все.
Еще один. Мы теперь можем крушить вообще весь город. Я еще просто у нас очень много ракет, и как-то этим мы не пользовались. А на самом деле это просто нереально спасает. Да, они просто слепнут и ну, не так сильно атакуют. Шикарно. Ну, теперь по квесту, да, идем, сдаем. Да, назад. Вот это что такое? Это травы какие-то, да, травы. Блин, мне грибы. А, кстати, у вас появилась какая-то штукенция возле мини-карты? Такие четыре значка, которые два из них мигают. А, это уровень угрозы. А, уровень угрозы. Ну, что-то типа уровень розыска. Розыска, да. Потрачено потом будет. Что бы ты ни делал, в конце сразу будет потрачено. Это стандарт. Что это было? Да какого ты лешего-то, запрыгни сюда, ублюдок такой, спасибо. Так, я на месте. Я тоже. Все уже тут. А мне не нравится. Solutions of greater potency can be prepared, but they will require more powerful agents and greater risk. Now, you are ready to serve me. What do you want? From you? Why, nothing at all. I will never ask anything of you, runner. You may go about your business and do exactly as you think you should. A man of free will. Что за звуки? Грибное зелье далее. Награда чертеж еще забудьте взять. Чтоб потом это грибное зелье смывались. Походу, это вот эти усилители, которые можно юзать. Давайте продадимся по-быстрому. Кстати, у меня такие, по-моему, проблемы, как у вас, ну, точнее, у вас, у Игореля были в начале игры, то есть звук гал. А, да? У меня что-то со звуком странное тоже, но я сейчас как будто жужжание слышу постоянно. Это да, я тоже слышу. Да. То же самое. Слышу. Это и нормально, не переживайте. Это у всех. Треск? Не знаю, у меня все нормально. Надо, по-моему, перезапустить игру, наверное, будет после этой серии. Жужжание у всех, это нормальная тема. Ну, у меня вообще ничего нет, если честно. Ладно. Куда пойдем теперь, ребят? Что есть? Да много еще есть. Выбирай, а вот рядом хочешь. Квест, идите к Джаферу, нужно Джаферу найти. Джафару. Давайте, Джафару. Пошли. Теория Большого Взрыва, как раз новый квест. Мы его только получили в этой, по-моему, серии. Да. А, так это он же прям тут же находится, нет? Так он рядом с сезоной, да. Вот тут еще один. Еще один кто? Да, этот. Ночной. Пофиг. Понятно. Ирвин какой-то соревнование. А, это этот. Это соревнование. Да. А, в топ. Еще. Ну. А, зомбикиляцию это проверять. В топку. А, фильм. Да-да-да, фильм. Ну там убить нас двухстволки просто больше количества зомби, помните? Мы же делали, не прошли. Да-да-да, не прошли. Не будем, да? Нет, пока не будем. А ночь недоступна, тем более. Все, тогда пошли. Ищем Джафару туда. В смысле, он что, пропал, что ли? Он же был в своем гараже. Нет, гараже. Ой, смотрите, похож на того самого, на Романа. Курт. Я нашел Курта, давайте пообщаемся с ним. That dynamite of yours, I'm making it into an anti-personnel bomb. It'll mow down the infected like a harvester. I'm going to combine it with firecrackers and a load of shrapnel, but I'm missing a few things. Starting with a suitable casing. A battery from a truck would be perfect. There's this big truck on the overpass. Да, это же об этом подумал. It's hanging over the edge of the overpass. But you're an athletic type. Huh? You'll be fine. И все намекают на то, что мы тупые, сильные. Так, и в итоге нам надо уже три аккумулятора. Кто-то намекает, кто-то открыто говорит. Что это было? Ни хера себе, вы видели? Грузовика. И меня подкинул и порвал только что просто на ровном месте. Вообще ничего. Так что, отправляемся за аккумулятором? Да, Тра, бежим. Да, я уже рядом. Там есть плохой бегущий. А нет, тут большой дядя. Да, так это нормально, смотри, как это решается. О, да, кто это сделал, ты просто вообще красавчик. Блевун сделал. А он на крыше. У меня что-то FPS-ом очень мало. Да, все, он сдох. Не стреляйте по ночам, япона мой. Сейчас бегу, он уже набежит. Что нужно сделать? Быстрее, забираем аккумулятор отсюда и бегаем. И валим, да. Где? Ой, сейчас с FPS-ом беда какая-то, ребятки. Надо, короче, валить отсюда. Забираю, короче, аккумулятор. О, все починилось, FPS нормально.
Бежим. Все, давайте обратно тогда, Курту быстро. Бежим, говорю. Воу! Тихо, чуть не упал вниз. А кто-то я упал, был, да? Я упал, но я жив. Я тоже упал. И я был бы жив, если бы у меня было бы хп полное. Ой, я не могу кого-то вытащить в огне. Я? А, это я валяюсь. Не сможете поднять? Так, я попытаюсь, подожди. Может быть, смогу. Ой, а, так вот. Ох ты, мать твою. Ну да, попробую, конечно. Сейчас, все будет нормально. Я прикрою, давай. И валим, валим. Жим, все, спасибо, похилился. Ой, больно. Ё-моё, это стрельба ночью. Вот именно, я про что и говорю, Асгард 7 такой, типа, да, плевать, давайте постреляем. Вот к чему это приводит. Я просто упал. Да не при этом, не в этом дело. Блин, а как забраться-то? Потому что ты-то упала, а нам потом жопа осталась там. Вот, с машиной желтой. Что, я по кругу отбежал вместе с вами, что ли? Да. Давайте к Курту. Идем. О, нет! Фу. Побежать, давай. Значит, все знают Кайла. Все кончилось. Давайте к Курту. I got your battery, Kurt. Okay, so we've got the casing. Next, I'll need some metal scrap from the junkyard to use for shrapnel. After that, I need sugar and some cables. Try the shops or warehouses. Bring them back, and you'll get the bomb that'll blast 100 infected at once. Sold. Давайте металлические детали можно ему отдать. А, мы уже есть уже, да. They'll do. All right, we've got everything. Give me some time. I'll let you know when I'm done. Ну, отлично. Шикарный перескоба. Подождите, пока не закончит бомбу. Ну, мы, видимо, можем. Так, пока давайте пока быстренько, ребят, прокачаюсь, я ладно? Я прокачаюсь, да, тоже. Уровень силы открылся новый у меня. Эксперт в бою. Станьте экспертом боя, воплощайте еще больше выносливости и доступ к набору добиваний. Теперь у меня тоже есть кошка. Шикарняк. Пока есть и смысл ее брать. Может быть, есть что-то поинтереснее. А где она? На каком открывается? Ловкость или где? Ловкость 12. Нет, она выживаемость. А, выживаемость 12, да. Выживаемость у меня... За это как раз дают. Ну, я не знаю, я ничего лучше кошки пока не видел. Сюрикены, там, оград, щиты и такое. Кошка. Да, фигня, согласен. Электрические ограды. Блин, понятно. Подожди, там после электрической ограды, точнее... Скоро ловкости осталось. А, выживаемость, да? Выживаемость. Дайте кого-нибудь похилю, ребята. Кого похилить надо? Ну, а, сейчас никого. Не похилишь. Ладно. Ну я могу, конечно, упасть. Да ладно, забей. Просто у меня осталось 7 децел вообще буквально там. Ну там 500 дают за хил. Ну да, я офигею хилит. Но у меня 1059, поэтому мне не жалко. Ну да. Так что делаем в итоге? Поставим пока какой-нибудь другой квест просто и все. А здесь, кстати, можно с кем-то поговорить. А вот. Или нет? Кошку. На какую кнопочку? А ее надо купить. Надо получить его. Нет, я получил. Она, кстати, тебе тоже можно, Корн. Иди так в свой тайник вот здесь. Там было написано, в тайнике можете получить. Что такое стасрасик? Это убогие, на самом деле. Лаванду на эти три баллончика. О, три баллончика сказка. Давайте продолжим. Вот, мы же выполняли его, слышите, ребят? Чемодан внизу. И до конца не доделали. И? Нет там? Есть или нет? Там только одежда. Там перейди в другое меню. Выжилище. А, сейчас. Я вот, походу, этого делал. Ой, а вот кошка, да, вижу. Все получил. Асгард, как пользоваться? Перемещаешь ее как ракеты, как цели молотого. А, все, понял. Средний кнопка мишу. Так, ох, запасы в зоне нельзя. Я поставил квест, ребят. 13 наборов помощи. Предлагаю сходить все-таки. Так, а я бы еще найти. Хорошая штука, хорошая. И потом как дайте какой-нибудь. Потерять, я что-то не понял. Средняя кнопка выше, убираешь ее как-то. Потерять ее нельзя вообще. А что там писали, если вы потеряете, я типа-то можете. Можете забрать укладывающий. Может, выкинешь. Ее. Ну да, может. А может поговорим с этим чуваком, который у нас здесь есть? Где? Какой? А не знаю, нет. Вот это есть. Так это, по-моему, испытание, на втором этаже, нет? Не, на первом этаже можете поговорить с кем-то. Сейчас только. Иду. Хорошо. С этим, с Джафаром. С этим же Джафаром, да, можно поболтать. Иду. Ну, а сейчас сжимаю Б, короче, давайте. Угу. Если хочешь. What have you got? Someone must have turned the antenna on. We're picking up signals from all over town. One of them is from Hansen's group. Hansen used to run security at the tower, but he thought the building was too vulnerable. He wanted to move everyone to a new location. Of course, Brecken wouldn't have it. So him and some others up and left. We never heard from them after that, until today. You can hear for yourself. This is Seref. I'm with Hansen.
Assange Group. There's been an accident, and we need help. I'm concerned who might be listening, so I can't be specific. Please, come quickly. It just repeats. Brecken know about this? He said until we actually talk to someone, he doesn't want to risk sending a runner out there. All right, maybe I'll go out and have a look. I'd appreciate it. Hansen ran a tight ship. I can't understand how things could have gone wrong with him in charge. Давненько мы, кстати, в башне не были вообще. Полная безопасность. Вообще, да. Я предлагаю это самое, ребят, у нас, помните, квест же был, три баллончика с краской. Мы же сначала там в высотках этих бегали, так квест до конца не сделали. Давайте, да, можно доделаем. Пойти, выполнить. Вот он у меня сейчас стоит как раз, давайте. На отслеживание. Да? Так, ну что ж, проверим кошку на самом деле. Хорошая вещь. Ну, хорошая. Я вам так завидую, заценил. Короче, вообще. Вы такие читеры. А вы будете бегать быстрее меня 50 раз. Все. Так, ну я пока еще не понимаю, какие пользоваться. Там, если неправильно делать, тихо. Ты спокойно убрешь. А зажимать нужно, да? Да нет. Достаточно просто нажать, он там подлетит. Надо главное, чтобы зацепилась сама кошка. Вот у тебя такой. Ну, типа, прицел так прилипать, да, будет. Да. Бомба готова, возвращайся. Окей, да ладно, мы уже далеко, только что мы, да? Оттуда. Том заберем, ладно. О, я тут выжившие. А, люди Раиса. Но они тоже, можно сказать, выжившие. Пока. Слегка. Пока нас не встретили. Потом они становятся мертвыми. Двое убегают. Не убегут. Я побежал за ним. А что это вообще? Почему они тут были? Просто так? Сзади. А, чувак. Все, убил. Бьем. Обратите внимание, что ваше жужжание, которое вы жаловались, оно прекратилось. Да, да, мы были просто что-то место из зоним. Да в том-то и дело, просто там что-то было. Сотенька баксиков. 250 опыта. А мне сотенька баксов. Да, 107 тоже. Ну что, рванули дальше? Давайте на точку бежим, да. Подождите, я заберу. Оп. Оп, оп. Как эти заберут? Нет, плохо, кошка работает. Так, где-то здесь надо искать, ребят, короче. Скорее всего, наверху. Да, я уже здесь. Наверху, думаете? Ну, возможно. Посмотрите, давайте разделимся. Кто-то наверху, кто-то снизу. Кто-то в жопе, как я. Это проблема, ребята. Упал? Да нет, не упал. Там просто нереальное количество бегунов меня загрызли. Я попробую подойти спасти. Сейчас. Я просто уже наверху. Я тоже. Ой, по-моему, я в огне, нет? А, больно, шуки. Иду к тебе, короче. Попробую тебя поднять, если выживу ты сам. Ты же из отчаяния кинул ракету. А-а-а, не получается. Сейчас сам упаду рядом с тобой. Ладно, уходи. Не, я вернусь сейчас, подожди еще. 3 секунды, не успеешь. Твою мать, вот он же, поднимаю. Черт, я реально поднимал и не успел, короче, последние секунды. Потеряно 400 очков. Не страшно. Ну что, кто-нибудь нашел эту фигню, которую мы ищем? Мы торговцы. Мы ждем вас, поэтому торговцы сидим. Ага, нормально. 3 баллончика с краской. Все равно не нашли. Тяжелый колонн. Вот такое. Хм, это, конечно, проблема, найти 3 баллончика с краской в таком большом, как бы, доме. Так, ну да. Там просто ремонтировали здание, я думаю, там где-то лежит. Так, как бы тебе сюда со здания спуститься безопасно? Так, ну я на крыше, а вы где? О, на бинокль. Я бинокль нашел. О, нам указ квест был бинокль найти, ребята, это очень хорошо. Да. А, я думал, чисто можно использовать. Жаль. Не знаю, может, его можно использовать. Я нашел фигурку зомби, нужно кому около меня? Я взял уже. Кто-кто? Фигурка зомби. Ну, можно. Ты где вообще, наверху? Да, на крыше. Нет, на самой крыше? Ну, не на самой-самой последней, вот пониже тут вот. И где фигурка? Вот около меня, за моей спиной. Нашли? Нет. Пользуйтесь чувством выживания, говорит, помогает. Говорят, нажимаем и что-то доска сбоя. Мы взяли уже. Так она же каждому вроде дает слот, не знаю. Если тоже продамся по-быстрому тогда, раз уж тут пошла такая пьянка, почему бы, в общем-то, и нет. Великолепный лом. Нафига я его покупал? Или давай покупал другой? По-моему, покупал другой. Монтировка тоже в топку. Так, ну давайте искать тогда. Две пачки сигарет. Прикольно. Просто вырубайте чувство выживания и ищите. Ну, на первых этажах точно ничего нет.
Вот, нашел. Одну нашел. А где? Я опять упал. Внизу, вверху. Наверху, на крыше было. Сможете поднять? Попробую. Но не обещаю. Если найду, куда прыгать. С той стороны нет. Я спускаюсь аккуратненько. Я нашел, куда прыгать, сейчас прыгну. Или ты играй, поднимешь, Тара? Я подниму. Давай, Тара. Спасибо. Асгард, ты на крыше или ты внизу? Я уже внизу, сейчас поднимусь быстро. А что осталось еще найти? А, два баллона еще. Три. Осталось. Почему три-то? Я еще внизу, но похоже тут ничего нет. Асгард, дай ко мне, стой, дай тебя похилю. А тебя не похилить. У меня много хп, видимо. Сейчас я сам похилю. Тайник игрока. Подожди-ка. Нет, где еще такое? Хрен его знает, там-то и дело. Что нету? Да спустись ты, ну что ты делаешь? Может, реально на лесах где-то были? На строительных. Вот я на лесах ищу. Ну логично, по идее, что должно быть где-то там, где есть надписи. Там, ну, видели, там надписи были всякие, сейф там и так далее. Угу. Давайте так, там искать. Здесь. Так. Ой. Тихо. Вообще, на просто чувство вызывания пользоваться, и так все покажется. Да, пользуемся. Я постоянно вот тыкаю. Толку от этого нет. Да. По крайней мере, так, есть контакт. Нашел? Да, там, короче, на вот этих лесах, да, вижу, нарисованы, вижу. Вот, лежит картонка и куча ведер. И там прям краска разлита, там видно даже. Mm-hmm. Еще леса нужны какие-то, значит. Как отсюда выйти? Я застрял, вот, наконец-то, боже мой. Может, это просто снизу здание будет теперь. Я, пожалуй, бегу ради интереса здания по кругу. Что-нибудь поищу, типа, этого. Так. О, помоечки, обожаю помойка шариться. Металлические детали. И еще что-то подобное. Да, господи боже, эти бегуны достали нас. Да сдохни ты уже наконец, ублюдок. Не знаю, кто там сверху убил бегуна, но было забавно. Не наблюдая еще одного. Труп. Упал. Пожалуй, обманусь этим говном, что меня не трогали временно. Да, помогает, наверное. Надеюсь. Я так понял, пока не атакуешь просто сам, они тебя не трогают потом, когда ты говно обмазался. Только видимость набивается. Прокачивается скилл, который ты сможешь атаковать и, ну, не терять маскировку. Так, а играли, а с горчо замолчали, вы ищете краски? Да. Да. Все, нашел. Красота. Нашел. А где были? На лесах. С другой стороны. Все, нам обратно надо рисовать. Давайте, Тара, погнали. Идите на крышу, наносите на нас метку для посадочной площадки вертолета. Вот так. А на кошке нельзя спускаться аккуратно? Можно, но придется тебя поднимать потом. Ну да. Можно, я нормально. Шутка юмора. Вот тут что-то есть. Ау. Спину. Магазин тут есть. Вы уже бежите на задание, да? Да. А вы синие то. А что там столько кружочков-то много, ребята? Там несколько. Не знаю. Там рисовать надо. А-а-а, да, там же что-то было. О, нифига, поляну даже можно ползать. Забавно. Ну. Я здесь, что рисовать-то? Идите на крышу, нарисуйте разметку для посадочной площадки вертолета. А как рисовать-то? Штеп. Может, надо, чтобы все там были одновременно? Может, можно. Я не подойду. Я в жопе нахожусь. Не знаю, как вам попасть. Вообще, Unreal, просто не поднимусь к вам никогда в жизни. Почему? Я слишком тупо для этого, потому что мне не найти подъем человеческий. А, вот, да, рисовать вот так вот. Просто подходишь и... Почему у меня ничего не рисовалось? Вообще я не в том месте бегаю, по-моему. Странно. О, что пишет? Help? Help. Help. А как мы напишем help, если у нас всего три баллона? Ну ладно. Ну, баллон на одной букве, может, не кончается. Вообще, да. Все. Но баллонов мы поставили. Ладно, короче, напишите там сами, потому что мне к вам просто в тупую не подняться, потому что я имбецил. Уже все это написали, а теперь нужно спускаться вниз. Поговорить с Эрелом, вот это я могу.
Это задание по мне. А, это модел. Легко. Можете пожать, если хотите. Так внутри же был. Все, я здесь. А! Ударился рукой. Давай, Асгард. Беги, ты что есть силы, ты сможешь. The roof's been painted. Good. Now there is one last thing. There's a duffel bag in a locker on the second floor. I'd like you to bring it to me. Since you'll probably open it, there's no point trying to hide the fact that there's $24.7 million inside it. Sure. One third of it is yours, if you can bring it back. Why doesn't Edward get it? There are too many biters there. I can't risk losing him. We'd be completely defenseless. And this money's yours? Most of the bank's depositors are no longer human. Stealing from them isn't a crime. That you've beaten to death. Okay, I'll recover the bag, but there's no calling in the evac until да, I say мне so. Кажется, он вызовет вертолет, сгоняет. The money, I'm taking the radio. That is unacceptable. Yeah, but you'll accept it anyway because you have no choice. You're worse than Kareem. Very well. I accept your turn. Стопудово обманет. Мы забрали. Так, можно рвануть до аирдропа и закончить на этом серию. Давайте так и сделаем. Традиционное тоже, опять-таки, заканчивание уже у нас. Аирдроп и заканчиваем серию. Мне нравится. Еще один, и все, и заканчиваем. Мне уже этих наборов штук 20. Ну, да, надо бы когда-нибудь их поднести. Надо в башню или куда-нибудь там, где кладовщик есть, сходить, да сдать. Да. Надо, надо. Там плевун, кстати. Да. Ой, примите, пожалуйста. А, или взрывун. Поднимет кто-нибудь? Скарп, ну ты даешь. Спасибо. Мы играли, поднимет. Забываю, что... Ладно, подниму. Чего? Они уже обыскали. Вот ублюдки. Они убили Кенни. Ах ты сволочь. Все. Нормально. Так. Здесь опять приехали. Мясницкий сикач. Отлично. Не больно, не больно. Так, можно... Асгард, зайди ко мне, типа, фильм, нужно прокачать выживание, иначе никогда его не прокачаю. Так, 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 где Асгард? Где Асгард? Стоп, стоп, стоп. Стоп, а это Игорелли. Вот. Все, отлично. Ну что, отрез получил? Кто? Слушай, да, прикинь, кстати, топорик и король. Улучшение. А, да, медикаменты отреспались. А что запалил-то, да, почему? Он разве здесь в этой... Да, да, этот роб тут уже был, помнишь? Уже был. Мы, кажется, от этого, от Рахима вышли. Как? Не Рахима. Пойду в автобус, скажи. А, тут помнишь, я не понял, это просто темно, они тут начнут пятаться, типа, днем. Прикольно, кстати, забавно сделано. Ух ты, ублюдок какой, а? И здесь, кстати, они и днем могут. Ну тогда здесь темно, потому что. В том-то и прикол. Так тут нереально много. Ой, на меня. Так, мне надо похилиться срочно, 12 хп. Нет, не то. Забавно, да, реально прикольно продумано, мне фонарик нравится. Сама по себе идея. Расстреляли. Хоп, тут опыт. Уа! Оба зато получили нехило. Что такое? Почему я сдох? Вход в темную область, потому я сдох. Потому что ты лег, наверное. А, нет, 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 тут какая-то... Что значит темная область? Что за бред вообще? Какой-то идиотизм, вонючий. Все очки выживания. Все очки выживания потратил на ровном месте. Что за бред вообще какой-то? Дебилизм. Ты в газ встал просто. О, такой кретинизм. Я в такой жопе появился, в таком очке. Знаете где? Я с другой стороны туннеля. А, просто точнее в кулаке, а туннель закрытый от вас. Что, тебя ждем? Ну, да, подождите, да, в принципе, пожалуйста. Можно серию закончить, а уже за кадром. Добегу, типа? Добежишь, да. Ну, сейчас посмотрим, тут ты можешь быстро. В принципе, только мост преодолеть главное. А я уже почти его преодолел. Так, так. Вот, вот. Ладно, друзья, тогда спасибо вам еще за просмотр. Направо, направо. Добегу я. А, направо, направо, вниз сюда прыгать, что ли? Ну да, видишь? А там больно прыгать-то. Ну, вау, да, тихо, спокойно. Сейчас. Все. Ну что ж, ладно, друзья, спасибо большое вам за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, что по этому поводу думаете. Не забывайте про большие пальцы вверх. А для вас играли и комментировали Валдай, Игорелли, Корн и Асгард. Это был Dying Light. Всем пока. Давайте, друзья, удачи. Увидимся в сериях. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.